40 миллиардов тенге инвестиций и новые проекты. Атырауская область наращивает экономическое сотрудничество с Великобританией. Здесь презентовали производство завода трубопроводной арматуры. Проект реализуется в рамках государственной программы по диверсификации производства и развитию индустрии. Подробности в материале Талгата Утигулова. Фланцы, фитинги, межфланцевые прокладки, метизы и другие компоненты трубопроводной арматуры теперь будут производить в Атырау под маркой «Сделано в Казахстане». Проект реализован в рамках государственной программы по открытию совместных производств. Инвестиционный климат – вот первое, что привлекает британские компании для входа на казахстанский рынок. Здесь же государственная поддержка бизнеса, стимулирование производств. Только за последние несколько лет в регионе открылось порядка 60 совместных компаний. Если говорить об экономических отношениях региона и Соединенного Королевства, то последние данные показывают значительный рост товарооборота. Так, только за 5 месяцев этого года по сравнению с тем же периодом прошлого он вырос в 2 раза и составил почти 123 миллиона долларов США. На сегодня в области работают 126 предприятий с участием британского капитала, и, как уверены эксперты, это далеко не предел. В рамках реализации государственных программ по развитию индустрии у нас планируется привлечение инвестиций и открытие новых заводов до конца года не менее 3-4 предприятий. И мы планируем, что на ежегодно мы можем привлекать около 3 миллиардов долларов чистых иностранных инвестиций. У нас на подходе такие большие проекты по развитию нефтехимического кластера, такие как производство полипропилена. Как заверяют руководители производства, это только первый шаг. Предварительный план составлен на 5 лет вперед, но сроки весьма условны. В случае спроса на продукцию, размеры финансирования могут увеличить в любой момент. Сегодня предприятие находится на первой стадии своего развития. Это выпуск подобных временных фитингов. Всего стадии развития 5. На самой последней из них планируется выпускать уже полные комплекты трубопроводной арматуры. Что касается инвестиций, то на последней стадии они вырастут в 20 раз, составят более 6 миллионов фунтов стерлингов. Талгат Утигулов, Азирхан Уахитов, Атырау, Хабар 24.